микрорайоне Новом Четвертом подожгли жилой дом. Причина пожара на сегодняшний день установлена как занесение открытого огня в квартиру. Без крыши над головой остались три ангарские семьи. Ангарск посетил губернатор Сергей Левченко. Это один из наших крайних долгостроев школ, которые мы каждый год по области сдаем. Качук сдали, Заларинова, Чунку, Устюду сдали. Вот теперь школа в 7-м микрорайоне. Правильно, наверное, вы сказали, она многострадальная. Глава региона проверил школу «Долгострой» и новую набережную, а также поручил профинансировать ремонт двух образовательных учреждений. По два человека на место. Вот за сутки главный врач Борис Геннадьевич Басманов доложил, что поступило 25 пациентов. И вот площади, безусловно, сейчас будет проведена выписка и так далее. Но вот эта вот острота момента нехватки площадей. Министр здравоохранения подтвердил нехватку больничных площадей в Ангарске. Поддержка для садоводов. Построили новую мусорную площадку. За счет субсидий сменили трансформаторную подстанцию. 83 дачных хозяйства получили из окружной казны по 100 тысяч рублей. Здравствуйте, эфир телеканала «Актис» продолжает информационная программа «Местное время» в студии Анна Дергаусова. Начнем с происшествий. Три ангарские семьи остались без крыши над головой. Квартиры уничтожены огнем. Сильный пожар произошел в микрорайоне Новый Четвертый ночью 19 октября. Деревянный барак был признан аварийным и сгорел за считанные минуты. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Люди успели выбежать на улицу. По предварительным данным, причина возгорания – намеренный поджог. По результатам данного пожара работала лаборатория из города Иркутска, где предварительная причина пожара на сегодняшний день установлена как занесение открытого огня в квартиру номер 4, откуда, в принципе, у нас пожар и произошел. Известно, что квартира, где обнаружен очаг возгорания, муниципальная. По словам соседей, с августа в ней никто не проживал, а доступ в помещение был открыт. Среди пострадавших – пожилые люди, инвалиды и семьи с маленькими детьми. Сейчас погорельцы временно остановились в домах родных и близких. Они рассчитывают на помощь со стороны муниципалитета. К другим темам. Накануне Ангарск посетил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Вместе с министрами и депутатами законодательного собрания он побывал на объектах социального значения. Среди них школа «Долгострой» в 7-м А микрорайоне, интернат, техникум и новая набережная. Часть объектов уже получила областное финансирование, а другие только ожидают своей очереди. Обо всем подробнее в репортаже моих коллег. Школа в 7-м А микрорайоне «Долгострой» с 26-летней историей. Именно с этого объекта начал свой рабочий визит в Ангарск губернатор Сергей Левченко. Буквально через два месяца сюда переедет гимназия номер 1. Начнется учебный процесс, а список долгостроев при Ангаре уменьшится на один объект. Хотела бы, наверное, сказать, что это один из наших крайних долгостроев школ, которые мы каждый год по области сдаем. Качук сдали, Заларинова, Чунку, Устюду сдали. Вот теперь школа в 7-м А микрорайоне. Правильно, наверное, вы сказали, она многострадальная. Ведь в 2015 году мы только опять сделали новый проект, прошли его на этот удорожание большое. Видите, прошли эти сейсмо-резиновые, эти опоры сейсмометаллические. Это ноу-хау, можно сказать, на территории субъекта. Второй объект, а именно вот если объекты, которые по бюджету идут, это первый с такими. Это самое большое удорожание, которое прошло. Поменяли в школе практически все. Ликвидация долгостроя обошлась почти в 900 миллионов рублей. Основная часть финансирования – это более 650 миллионов – средства областного бюджета. 25% затрат взял на себя муниципалитет. А это уже коррекционная школа. Здесь обучается более 150 ребятишек с нарушениями развития. В школе-интернате нужно провести ремонт одного из корпусов. Это позволит открыть как минимум 7 дополнительных классов. Сергей Левченко дал поручение выделить деньги из областного бюджета. Сергей Георгиевич говорит о том, что нужно комплексные подходы. Если есть предписание там на 3 миллиона рублей, то, может быть, выделить надо туда 30 или больше. Но решить не только те вопросы, по которым уже существуют предписания, а многие другие, которые имеют место. И в этом случае тогда, ну, как бы у учреждения на многие годы решены вопросы, и они не возникают. Поэтому вот в техникуме он так и сказал директору, что вы включаете сюда все свои мечты и желания. И будем работать по этому направлению, чтобы решить вопросы и не возвращаться несколько лет уже к этому образовательному учреждению.
Такая же ситуация складывается и в автотранспортном техникуме. Материально-техническая база мастерских требует обновления. Губернатор предложил руководителю учреждения обозначить все потребности и решить этот вопрос комплексно. Соответствующее поручение дано Министерству образования региона. Финальной точкой визита Сергея Левченко в Ангарск стала набережная реки Китой. Строительство этого объекта велось на протяжении 3 лет. Финансировалось из бюджетов 3 уровней. Это, конечно, очень прекрасная звездочка для Ангарска. В любой день здесь огромное количество народу. Я здесь неоднократно бывал и буду бывать, со своей семьей приезжаю. Замечательное место. Да, есть к чему стремиться. Видно, что рядом земельные участки, которые требуют дальнейшего комплексного освоения, приведения в порядок, это будет замечательным местом. То, что сегодня Сергей Георгиевич дал поручение Минприроде обговорить и поставить в план работу совместно с Усольским районом о приведении в порядок русла реки, может быть, о привлечении федеральной какой-то программы, это, конечно, правильно. Все видят эту красоту и понимают, что чуть-чуть надо еще доделать. Благодаря эффективной совместной работе региональных и окружных властей Ангарск преображается. Сегодня это современный и перспективный город, в котором хочется жить. В БСМП сегодня утром принимали министра здравоохранения. Олег Ярошенко решил лично закрепить окончание спора между лечебными учреждениями. Напомню, больница скорой медицинской помощи через суд пытается вернуть помещение. Ранее предоставленные частной клинике. Недавно сторонам удалось договориться. Ирина Шавлюк подробнее. С начала 2000-х годов НИИ клинической медицины занимает 2 этажа больницы скорой медицинской помощи. Это 1500 квадратных метров. Добрая половина помещений пустует. Именно эти кабинеты и стали предметом спора между частной клиникой и государственным медучреждением. БСМП испытывает острую нехватку полезной площади. Что касается площадей, вы видели, что вот мы проходили через отделение терапии, в каком состоянии находится отделение терапии. Вот за сутки главный врач Борис Геннадьевич Басман доложил, что поступило 25 пациентов. И вот площади, безусловно, сейчас будет произведена выписка и так далее. Но вот эта вот острота момента нехватки площадей, а ведь НИИ клинической медицины с 2005 года занимает практически 1500 квадратных метров, реально под гемодиализ используется не более 800 метров. Остальные площади, мы с вами сегодня убедились, или они закрыты абсолютно, или они приспособлены под складские помещения, или те площади, где абсолютно не оказывается процедура гемодиализа, оказываются платные услуги. Ущемлять права диализных больных, а тем более лишать их права на получение помощи никто не будет. Отделение продолжит работу в штатном режиме на тех же площадях. Главный врач больницы скорой медицинской помощи Борис Басманов уже в который раз делает на этом акцент. Собственно, компромисса стороны уже достигли. И 12 ноября в арбитражном суде будет подписано мировое соглашение. Визит министра здравоохранения Иркутской области сегодня связан с тем, чтобы министр сам воочию убедился, как идет процесс переговоров по передаче неиспользуемых площадей от НИИ клинической медицины в больницу скорой медицинской помощи. Этот процесс очень важно зафиксировать, потому что на сегодняшний день идет некий ажиотаж по поводу того, что распространяются слухи о якобы ущемленных правах и интересах пациентов, якобы о том, что мы выселяем с площадей, которые используются для оказания диализной помощи. НИИ клинической медицины почти 15 лет оказывает диализную помощь больным не только Ангарска, но и ближайших территорий. Несмотря на то, что клиника коммерческая, пациенты обслуживаются по полисам обязательного медицинского страхования. Другими словами, предмет спора не только врачебные кабинеты, но и деньги налогоплательщиков, которые сейчас получает частная клиника, а Минздрав остается не у дел. Задача чиновников – минимизировать финансовые потери, а это возможно только за счет открытия диализных отделений в государственных больницах. Главное, чтобы качество обслуживания при этом не пострадало. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов, «Местное время». Продолжаем выпуск. Первый отряд призывников отправился сегодня из Ангарска в ряды вооруженных сил. В его составе 51 человек. Торжественные проводы по традиции устроили у памятника воинам-победителям-первостроителям. Девушки обещали ждать, мамы просили беречь себя, а отцы служить достойно. Среди провожающих была и наша съемочная группа. Проводить новобранцев сегодня утром пришли друзья и близкие. Матери и возлюбленные будущих солдат не скрывают слез. Ведь расстаться придется на целый год. Однако настроение у парней оптимистичны. В армию они идут добровольно. А некоторые еще и строят планы на военную карьеру. В будущем планирую
идти в военное училище и там уже по контракту, то что дальше продвигаться. Так, ну вот, встретил много знакомых, тоже вот кто идет, кто провожает. То, что вот сейчас пока что не сказали, куда отправляют, но я хочу идти в разведку, надеюсь, меня туда и возьмут. С напутствием на добрую службу выступили военкому руководители окружной администрации. В качестве поддержки среди провожающих сегодня и школьники. До возвращения их долгородины еще несколько лет, но они уже познают азы армейской службы. Ребята, прежде всего вы идете защищать свои семьи, своих родных и близких. А потом уже все остальные вопросы. Вот перед вами стоит будущее поколение юноармейцев. Стоит класс 37-й школы Росгвардии. Они будущие защитники. Поэтому я желаю вам отслужить достойно. Перед тем, как пополнить боевые части, новобранцам предстоит изучить основы военной службы. Этому их обучат в сборном пункте. Завершится осенняя кампания в декабре. За это время в армию планируют отправить как минимум 195 ангарчан. Елена Шелик, Дмитрий Швецов. Местное время. Водопровод, благоустройство, новые дороги и пожарные гидранты. Все это ангарские садоводы строят на средства окружной казны. Каждый СНТ по условиям программы может получить не менее 100 тысяч рублей. В этом году финансовую поддержку муниципалитет оказал 83 дачным хозяйствам. Результаты сотрудничества вместе с окружной комиссией оценила и Мария Константинова. Мы уже сделали демонтаж летнего водопровода. Он у нас проходил по той стороне, по противоположной. По всем участкам абсолютно. Председателем СНТ «Сибирский садовод» Евгения Овчинникова стала год назад. Совместно с инициативной группой за это время наладили работу по вывозу мусора, решили вопрос с дорогами и электроснабжением. Заместителю мэра округа Евгения рассказывает, что в планах обустройства зимнего водопровода. Половина из 113 дачников проживает здесь круглый год. Конечно, администрации нашей городской спасибо огромное, потому что без субсидий мы вряд ли бы, наверное, что-то сделали. Построили новую мусорную площадку, за счет субсидий сменили трансформаторную подстанцию, провода все поменяли по садоводству. Соседнее садоводство «Дружба» также участвует в программе субсидирования СНТ из местного бюджета. Председатель Игорь Шмыков признался, что благодаря финансовой поддержке мэрии в товариществе появился пожарный гидрант. Весной дачникам пустят воду к каждому участку, еще со счетчиками, чтобы экономить учились сразу. Вот это безобразие, которое вот мы видим с вами, оно просто не должно быть. А вот в садоводстве «Энергетик» дела обстоят не так хорошо. Среди 83 заявителей на финансовую помощь от муниципалитета этих дачников нет. Возможно, поэтому СНТ изрядно уступает своим соседям. Словно подтверждение, куча мусора прямо у главных ворот. Свалку здесь убирали весной и установили контейнеры в другом месте. Однако мусор все равно скапливается. Заместитель главы территории поручил внести предписание председателю и разобраться в проблеме. В этом году было подано большое количество заявок и дополнительное финансирование к тем 5 миллионам, которые были предусмотрены в начале года, добавили еще порядка 2 700 000 рублей. То есть это говорит о том, что программа действительно работает, работает на пользу и с той отдачи, которая и должны работать эти программы. Потому что все идеи и вся та необходимая перечень работ, которые выполняют члены садоводств, она именно изнутри. Схема проста. Садоводы подают заявки на возмещение затрат по модернизации инфраструктуры. Перечень работ разный. Ремонт электро- и водоснабжения, отсыпка дорог или мероприятия противопожарной безопасности. На одно дачное хозяйство положено не более 100 тысяч рублей. Кроме того, за потраченные деньги нужно отчитаться. Еще пару лет назад субсидии в Ангарске получали единицы. Сегодня число заявок приближается к сотне. А значит, и бюджетное финансирование, скорее всего, увеличат. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время. К новостям спорта. Три дня в Ангарске велись ледовые баталии. Кто сильнее и точнее, выясняли юные хоккеисты дворовых команд. В этом году арена Ермака приняла межрегиональный этап Кубка «Добрый лед». Кто получил путевку в финал и почему хоккей пока покоряется лишь мужчинам, расскажем в следующем сюжете. Битва полов. Так в шутку болельщики назвали матч между командами «Метеор» и «Россия». Хотя на первый взгляд не скажешь, что на льду наравне с мальчишками играют представительницы слабого пола. Они быстры, изворотливы и настойчивы. Несмотря на то, что «Россия» – единственная женская команда на этом турнире, форы им не делают ни судьи, ни соперники по льду. Они более эмоциональные, более внимательные.
Конечно, нам здесь поблажки никто не дает. И мы рады, что нам не дают. Нам очень приятно играть с соперниками. С мальчишками они быстрее, резче. Но мы немножко хитрее. Вот, пытаемся. Девчонкам очень нравится, это самое главное. В этом году Ангарск стал центром межрегионального этапа турнира «Добрый лед». Участие в нем принимает 6 команд, в том числе из Читы, Нерюнгри и Алтайского края. У каждой есть своя группа поддержки. По-особому за игроков болеют братчане. Положительно, по многим причинам. Дворовый хоккей вот в той прекрасной форме, которая существовала в советское время, это открытость площадки, доступность площадки. А сейчас вот даже вот по тем площадкам, которые построены в городе Братске, крытые хоккейные корты, они закрыты. Что там происходит, никто ничего не знает. А вот у нас, нам повезло, у нас открытый корт, детей масса. Ну и у нас и численность клуба получается одна из самых больших в городе Братске по детям. «Добрый лед» в Ангарске проходит уже второй год подряд. Основная цель подобных соревнований, делится главный судья, популяризировать этот вид спорта и привлечь к нему как можно больше игроков. Перед ребятами стоит задача – это повышение своего спортивного мастерства и дальнейшее участие. Это соревнования дворовых команд практически проходят. Вот. Из этих ребятишек может потом получиться игроки, которые попадают в спортивную школу. Ну и, естественно, это как бы отвлечение ребятишек от улицы. Основная задача – это, конечно, воспитание подрастающего поколения. Первое и второе место между собой разделили команды из Читы и Алтайского края. Они поедут на финальный этап турнира. По предварительной информации, он пройдет в Нижнем Новгороде. А единственная женская команда в зональном этапе «Доброго льда» заняла последнее место. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов. Местное время. А коллеги по льду из высшей хоккейной лиги в выходные выясняли отношения в Пекине. Выездную серию игр команда «Ермак» начала с поражения. Оранжевые скрестили клюшки с китайским «Оэрджи». В первой 20 минутке команды обменялись заброшенными шайбами. Во втором отрезке ворота ангарчан китайцы успешно атаковали еще дважды. «Ермаку» на это ответить было нечем. В третьем периоде хозяева снова отправили оранжевым две шайбы. Артем Осипов и Ефим Мишкин смогли сократить разрыв, доведя его до счета 3-5. Следующий матч «Ермак», который опустился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице ВХЛ, вновь проведет в Пекине. Игра состоится 22 октября. И такова картина дня. Все новости доступны также в интернете на сайте actistv.ru и на нашей страничке в Instagram. А в 21:30 не пропустите первую серию культового фильма Андрея Тарковского «Солярис». Я же с вами прощаюсь. Всем доброго. До свидания.